Ой, отец, какой красивый здесь. Красивый? Ой, ну фотографии не четкие, а здесь прямо четко. Ну вот, от партии «Единая Россия», от Назаровского городского совета мы вас поздравляем с наступающим великим праздником, с праздником Великой Победы. И поэтому, когда мы услышали о вашей просьбе, то мы решили привести вам... Вы знаете, вы такое великое дело делаете. Вашего папу. Это вы великое дело делаете. Что память храните, его великое дело делало. Мы... Между прочим, я ни одного не пропустила торжественного митинга, посвященного 9 мая, и ни одного шествия не пропустила. Я каждый год хожу. Но нынче, как-то, понимаете, возраст уже 80-й год, я решила с отцом пройтись. Мы возвращаем вашу реликвию. Это действительно... Это единственная фотография. Поэтому, да, храните. Это потому здорово, что он не успел даже сфотографироваться в солдатской форме, и как погиб. Дело в том, что он первый раз был ранен под Москвой, и приехал он эшелоном, отправили легкораненых в Хакасию на родину лечиться, и вот оставил меня матери. И он погиб в 42-м году, в июле месяце, а я в декабре родилась. Я уже вообще его, он не знает даже, что я на свете существую, не узнал, и я не знала. Нет, он следит, там все нормально, знает. Но знаете, может быть, да. Дело в том, что вот решила я с ним сходить еще раз на прощание. А вы такое великое дело делаете. Вот дайте. Это вот вы великое дело делаете, что не забываете. А мы стараемся тоже не забывать. Но с вашей помощью. Память — это великая вещь. Спасибо вам. Это вам спасибо. Вы помогли мне. Я мечтала об этом.